Всем привет! Время 11 часов ночи, может быть 12. И я хочу вам показать какую-то странную штуку. Поднимаем камеру вверх. Посмотрите, эта штука висит над нами вторую ночь. Это не самолет. Вот я ее увеличу сколько смогу. Что это такое? НЛО какое-то. Вторую ночь над нами висит. Вот я увеличила на максимум. Так. Вот я увеличила на максимум. Снимаю просто с рук. Вчера всю ночь висела и сегодня. Сейчас убавлю, смотрите. Так, вот я убавляю, и вот дома. Видно, да, ведь ее так ярко. Вот, как будто самолет приближается, но планета какая-то или что. Это на запад. То есть я смотрю где-то на запад. Что на западе висит? Венера, что ли? Не знаю, скажите, кто знает. На эту камеру, может быть, слабо видно. Но лучше ничего нету. Вот она. Классно так. Небо ясное. И вторую ночь эту хрень видно. Вот, убавляю обратно. Вот она висит над нами вторую ночь. Вот такая штука. Что это, интересно, такое? Напишите мне, пожалуйста. Фотика нету, жалко, чувствительного. Или телескопа. Вот такая вот ночь. Уже почти что 24 марта. Ночами у нас минус 14, минус 15. А днем плюс 1. И такая вот штучка висит над нами. Всем пока. Ого, так она не круглая, она какая-то эллипсовидная. О, так это что? Ого, смотрите, на ней какая-то тень. Так, ну-ка. Ну, это точно НЛО. Точно НЛО. Вот. Оно не круглое, смотрите. Жаль, нельзя ближе придвинуть. Раз я вышла, то кошки, видите, тоже хотят погулять. Ночной променад.